И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, Кузя и Скайрим, и, в общем-то, мы продолжаем с вами переключаться по этому страшному, жестокому краю. Кстати, до меня только что дошло, что мы вроде как перегружены, потому что что-то как-то Кузя бежать не может. Да, и, в общем-то, мне подсказывают, что-то я забыла об этом моменте. 2 кило? Что выкинем? Или, может, выпить что-нибудь? Пару зельев ненужных. Зелий, точнее. Ну вот, пока у нас зелье силы работает, давайте добежим до коня, стыбрим ее и поедем отсюда далеко и надолго украсть. А, наплевать. Мы воры или нет? Воры, правильно, мы воры. Поэтому мы валим отсюда. Вместе с коняшей. И, кстати, где мы? Что-то в другую сторону немножко. Что-то я как-то вообще не туда забрела, да? Коллеги Винтерхолда. Мне надо немного назад сдать. И вот туда. Так, главное не убиться. И, конечно, не убить. А, идите к черту. У меня плохой день был. А вы даже кониной поделиться не можете. Так, подождите, что-то здесь много народу. И как-то я совсем не туда ускакала. Я шла. Или я в Данстар собиралась. Черт, точно, я же в Данстар собиралась. К черту. Поедем понизу. Наверху нам уже в любом случае не рады. Нет, конечно, живи, пожалуйста. Еще не хватало. Здорово. В общем, еще не хватало, чтобы ты окочурилась тут. Будем надеяться, кстати, что сейчас меня не выкинет никуда, потому что как только вот такие вот баги с текстурами проглядываться начинают, сразу меня куда-то вылетает. Вылетает, успею, выкидывает. Ладно, как бы там ни было, я думаю, мы доедем спокойно до Данстара, ничего с нами не случится. Что это такое? Камешек. Так, ну корабли я уже вижу. Данстар должен быть недалеко. Кстати, там юрта какая-то. И Данстар, кстати, рядом. Отличненько. Все. Срезали так неплохо. А из Данстара уже двинем. Винтерхолд там на какой-нибудь тележке там или еще на чем-нибудь. А этот? Я правда не помню, есть ли в Данстаре что-нибудь такое, но вообще-то должно быть. По идее. Вот, кстати, та юрта какая-то. Кто там живет? Сейчас какая-нибудь обезьяна оттуда кусачая выскочит. Нет? Нет. Ну-ка, подождите, а кто там? Кто это там живет? По-моему, здесь любовнички какие-то встречались, потому что цветы, вино, сладкое. Ну, я думаю, они будут не против, если я немножко тут поживлюсь. Вообще странное место для встреч, учитывая, что вообще-то, как бы, вон, кто рядом тусует, их же сожрать так могут, если слишком близко. Подползет кто-то. Конечно, вальяжно пошла домой. А мне, понимаешь ли, в Данстар самой тут, да, пишарить? Ну ладно, мы уже тут, поэтому я не думаю, что будут проблемы. Интересно, кстати, за нами в Морфоле до сих пор охотятся. Но будем надеяться, что нет, потому что рано или поздно мне придется туда вернуться. Или за мной в Данстаре охотились. Да нет. Или да. Не, по-моему, это был... С какой стати я должен скрываться? Это наследие моей семьи. Оно в прошлом. Мертвые клятвы на губах мертвецов. Пусть прошлое и останется там. Музей открывается, Модена. Ну и черт с тобой, с твоим музеем. Тебе бы лучше прилечь. Вид у тебя нездоровый. Ну конечно, я только что товарища бы его потерял, а потом мотался черт знает где. Знала бы ты, женщина, о моих проблемах, помалкивала бы. Прилечь мне. Мне вообще надо в отпуск. До конца Постой. Жизни. Я тебя знаю. Не знаешь. А ты кто такая? Какое дружелюбное лицо. Боги, как же я устала. Что у тебя на продажу? Клинки, шлемы. Мусор. Практически все необходимое. Мусор, я знаю. Бери, я дарю тебе. Что тебе, кстати, продать-то? Эльфийские тапки. Забирай. Я тоже забирай. Из оружия.
кинжал Борвера я потом куда-нибудь на полку положу. Так, лук. Это, ну, пускай счастливый. Счастливый кинжал будет при мне. Правда, счастья он мне пока что не принес. Может, продать? Хотя 6 золотых, это, по-моему, издевательство. 25%. Так, подожди. Что у тебя из стрел? Вимерская, железная. Господи. Кошмар. Мельфийская, 12 штук. Какая прелесть. Господи, стеклянное оружие, и при этом ни одной нормальной стрелы. Если что нужно, мы работаем каждый день. Да, господи, было бы чего тебе. Слушайте, подождите, неужели здесь нет? А куда мне идти? Данстар мой дом, а здесь моя работа. Рад это слышать. Вот бы моя жена была такой же простой, как и ты. Будем считать, что это был комплимент. Можно я отойду от вас, мальчики? Что-то как-то... Мне не нравятся ваши комплименты и то, как они звучат. Слишком уж подозрительно. Ты кто? Редгардс? Моё появление в Данстаре как нельзя кстати. Всему городу снятся жуткие кошмары. Да пошли это к черту. Своими кошмарами. Вы бы знали, какие мне сны снятся. Не, я, конечно, понимаю, что это квест, но... Ну его к черту, этот квест. Заколебали. Ни минуты, просто покоя. Меня отсюда никто не хочет свести до... До куда-нибудь. Эй, хозяева! Ну, хоть кто-нибудь, отвезите меня в Винтерхолд. Вот у меня, да, у меня было подозрение, что здесь нас никто никуда не отвезет. Он, кстати, мой, конечно, пришла сама. Я так чувствую, нам придется все-таки ехать самостоятельно. Либо сделаем вид, что здесь был извозчик, и он нас отвез, потому что я не думаю, что будет интересно кому-то. А в том числе и мне пешарить вдоль побережья к самому Винтерхолду. В общем-то, вот. Спрашивали как раз, почему ты не используешь телепорты. Я использую телепорты, но не всегда. Вот и все. Я предлагаю пойти вздремнуть. Это мне точно не повредит. Ну, мне тоже, но Кузи в первую очередь. Ой, дом, милый дом. Моя койко-место, поэтому сразу на 16 часов мы вырубимся с вами от греха подальше. Чтоб отдохнуть так, чтоб прям вообще. Ой, я сама тут недавно легла в 10 часов вечера, а проснулась в 4 часа дня, поэтому... Такие ужасы снились, честное слово. Кошмары, просто кошмар на кошмаре. Это ужасно. Какое-то темное фэнтези, причем такое мощное. Ужас. Причем все такие еще яркие сны. Не знаю, давно мне таких ярких не снилось. Far Cry, кстати, не так давно снился. Правда, какой-то своеобразный. Ну, в общем, я уже там толком не помню, что там было, но там было прикольно. Это я помню. А так, стоп, мне не сюда, мне вот сюда. Мне надо книжки орку отдать. А. Ну что? То где ты? Да, вот. Мужик! Я принес. На то, чтобы собрать эту коллекцию, ушли сотни лет. И она останется в идеальном состоянии, понятно? Интересуют древние фалмерские книжки? Well, I haven't seen one of these beauties in a long time. A rare find in the original Falmer language. You're damn right I'm interested. Question is, are you selling? Well, considering no one else in Skyrim would buy something they couldn't possibly read, I'd say you don't have much of a choice. Tell you what, you bring me books like this, and I'll pay 1,000 gold each. I'll even throw in a translated edition I have for free. Interested? Да что-то как-то дешево, учитывая, что это вообще-то нигде их не найти, он мог бы мне за каждую штук 5 как минимум отдать. Черт с тобой. Ну это нечестно. 1000 золотых. Ты так низко, дешево, точнее, ценишь труд фалмеров, которые, в общем-то... Школа восстановления, полноценная школа магии, что бы там тебе ни говорили. Да-да-да.
Так, куда нас гонит? Я, конечно, понимаю, что это немножко не то. Ну, я хочу тут побегать. Если что, спрыгнем. Я не думаю, что мы убьемся, если спрыгнем отсюда. Хотя все может быть. И здесь. Да ты, господи. Слушайте, подозрительная какая-то арка, мне кажется, здесь когда-нибудь что-нибудь будет. Возможно, я ошибаюсь, может быть, это просто так сделали. И вот на вот этой площадке наверняка когда-нибудь что-нибудь будет. Ну, это мои маленькие телепатические предположения. Возможно, я ошибаюсь. Так, ну ладно. Кстати, Кузя давно не ел. У нас там была вкусняшка какая-то. Так, пирожочек. Все отлично, жизнь прекрасна. Это мне на чай. Кто это был? Я ничего, я тут так хожу, витринами любуюсь. Ну-ка, а там кто-нибудь есть, интересно? Впрочем, ладно, какой из меня зачарователь? Я сейчас все обчищу. Вот просто все, что тут есть, я все возьму. Наварю. Интересно, через сколько это все восстановится? По-моему, это, кстати, не восстановится. Я как-то раз, помню, все это насобирала, и, в общем-то, что-то как-то это обратно не появилось. Не занимаются они тут ингредиентами. Так, перегрузка, отлично. Восстановление здоровья. Ну-ка, ну-ка. 235 единиц здоровья? Это я такие крутые зелья делаю? Офигеть. Я просто мега... Просто мега... Не знаю, алхимик. Так, давайте. Так, их же продавать можно. Но можно столько бабла наварить себе. 97. Слушайте, замечательно. Вообще, я теперь знаю... В общем-то, я и так знала, но тем не менее, я теперь знаю, как Кузе наварить денег. Надо только толковых алхимиков найти. Так, подождите, урон здоровья, может быть... Почему не нажимается? А, потому что... Ладно, сейчас... Да-да, выйти. Потому что и в других ингредиентах там понажимала. Так, давайте сохранимся и еще раз... Так. Сопротивление магии, это хорошо. Красотища. Надо было мага делать. Честно говоря, вот правда, я поиграла так за кадром для себя, когда за магом мне что-то так понравилось. Я никогда не играю магами. Вот в Скайриме, в Обливионе, еще где-нибудь. Но вот в Скайриме мне понравилось, к моему же удивлению. Зашибись. Это я такое зелье сварю сейчас? Офигеть, смотрите, какая стоимость. Я обалденный алхимик просто. Не, конечно, мог бы быть и лучше, но... По-моему, и так неплохо. Так, ладно, что у нас тут еще есть? Офигеть, ценник. И это я? зашибись. Надо теперь... Я чувствую, Кузя будет теперь ходить, собирать траву, оставшуюся всю свою жизнь. И, в общем-то, продавать ее алхимикам. Не, ну это... Чтобы затем замечательным образом купить себе дом. Потому что у нас как раз денег не хватало на это. А, алхимия 36 всего. Странно. Харк кашлять. Я быстро заболеваю. Так. Ну, так тоже пойдет. Так, ну что, выйти отсюда? Что нам еще остается? Мы все еще перегружены, господи. Кому тут можно толкнуть зелья? Мне столько зелий, я не успеваю их продавать. Так, сколько у нас там перегруз? Опять 2 килограмма. Может, схамачить что-нибудь? Или какое-нибудь зелье выпить? Это мое зелье? Вот это зелье бодрости? Это я, что ли? Нет, украдено стоит. Подожди. Так, хорошо, надо что-нибудь... Пить что-нибудь не очень дорогое. И не очень путное.
Вот, слабое зелье лечения. Вот так вот. Все замечательно. Так, хорошо. Так как мы здесь, в этом ужасном городе... В ужасном городе алхимиков здесь нема. Я так предлагаю взять сейчас действительно повозку. Да какого-нибудь Маркарта. Не знаю, докуда-нибудь до туда. И потом уже, после того, как мы разгрузимся с вами, полноценно куда-то идти что-то делать, потому что это невозможно. Или купить дом, в конце концов. Сколько у нас денег, кстати? 35 тысяч. А, ну да, мы же можем купить дом. У нас денег-то достаточно. У нас проблема в том, что нам нужно выполнить пару заданий, чтобы купить этот самый дом. Но я хочу дом в Маркарте, хоть убейте. Поэтому давайте все-таки туда двинем свои кости. Промерзшие. Обращайся к Архимагу только в случае крайней необходимости. Ой, слушай, а... Если возникнут проблемы, обратись ко мне. Моя работа как раз заключается в том, чтобы все шло гладко. Да у тебя даже тем для обсуждения нету, о чем ты говоришь, женщина. Короче говоря, давайте сделаем так. Мы сейчас двинем в Маркарт, либо просто по всем городам подряд проедем, распродадим хабар. Если что... Иди к черту. Если что, где возьмем квест где-нибудь, возможно, разживемся со своим каким-нибудь новым партнером по приключениям, потому что, ух ты, нифига. Вот прийти бы сюда, отпилить бивень, да принести той, помните, в Вайтране, а нет. В общем... Держись подальше от коллегии и не впутывайся в неприятности. Идиот, я только что оттуда. А, так, курицу трогать нельзя, табу. Замерзший очаг. Нет, замерзший очаг я не хочу. Я хочу в теплый очаг. Почему я не могу пробежаться и пнуть курицу, как Фейбл? Это было бы так здорово. Так, ладно, надо найти выход отсюда, господи. Я так понимаю, здесь нету. Странно, мне казалось то, что здесь где-то есть эти повозки-то. Я опять ошиблась. Короче, к черту. К черту повозки, телепортация рулит. Ну, не буду же я бежать. Вот прям до Виндхельма. Или еще до куда. Вообще надо было, конечно, бы в Сартал сходить, но я думаю, мы сюда потом как-нибудь сходим. Раз такое дело, я хочу дом. Мне надо куда-то драконий свиток положить, вот и все. Вот Маркарт, кстати. Сейчас наберем заданий у местного ярла. Распродадим зелье и купим и дом. Правда, это будет еще не в этой серии, но это не важно. В общем, ближайший план — это дом. И обставить этот дом. Иначе я не буду счастлива. Вот так вот. Так, сперва сюда. Потому что у нас все равно у алхимика денег не хватит. А, чтобы он у нас купил все. Ну что, женщина? Идти. Да немного того, немного всего. Ну сейчас будет еще немного того. Так, ладно. Повышение магии, повышение искусства лучника. Что-то у тебя деньги больно быстро кончаются. Ну, черт с тобой. Не знаю. Чтоб тебе еще продать-то. Хорошее зелье. Господи, какие я хорошие зелья иногда варю. Так, ровно 36, смотрите. Нет, 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 один. Все замечательно. Возвращайся, если что-то понадобится. О, кстати, а у тебя есть стрелы? Нет, я не... Нет? А, ладно, ну, наверняка есть какие-нибудь. Да немного того, немного всего. А, подожди. Железная. Во, двемерская стрела, прекрасно. Давай все. И как раз у тебя денег стало побольше, мы сейчас тебе еще вдарим. Немного. Противоядие. Да ну нафиг, такое место занимает. Запас сил. Нет, хочу, зачем я продаю? Запас сил. Ой, красивая баночка. Санкция, к черту. Яд. Черт, у тебя деньги закончились. Печаль. Если понадобится что-то еще, только попроси. Обязательно. Так, ладно, идем сейчас, знаете, куда? Так как мы в Маркарте, у нас здесь же был товарищ. Он, конечно, берет деньги. Хуже, чем я себя чувствую. Да я сомневаюсь.
В общем, к нашему старому другу сейчас зайдем, скажем ему, как нам плохо живется, и позовем его с собой. Добро пожаловать. В таверне Серебряная кровь. Мужик! Ворсток! Рад тебя видеть. Я тоже. Если тебе опять нужна помощь, расценки ты знаешь. Разумная Давай. Цена. Мой клинок твой. Пойдем. Все, мы не одни. Пойдем, мой старый друг. Только ты копыта не откидывай в случае чего. Ой, не надо, я не хочу это слушать. Простынь он принес. Это не работа, это так, это труд. А настоящий труд, это вот у нас. Да, Ворсток? Мути, господи. Как я по тебе соскучилась. Кстати, вот все-таки вот этот мега заброшенный дом мы можем пользоваться как своим, потому что помните, Малакбал же или кто там нам сказал то, что можешь пользоваться этим местом. И вот у меня вопрос. Насколько я могу пользоваться этим местом? Потому что кашку-то я сварить себе чуть не могу, я смотрю. Хотя, знаете, домик-то это неплохой, если так прибраться слегка. Ворсток, располагайся, чувствуй себя как дома. Здесь немножко доэдра ходит. Но это ничего. Главное вниз не спускаться вот туда. А так все зашибись. Слушайте, а может правда здесь какое-нибудь снаряжение оставим? Посмотрим, заодно пропадет или нет. Хотя, конечно, будет жалко оставлять здесь драконий свиток, который весит 20 кило, черт возьми. Не хочу как-то я. Металл до сих пор раскаленный. Обалдеть, сколько лет прошло. Ворсток тебе не... Слушайте, надо же владеть. Он же голый у меня совсем. Что это вообще такое? Так, что у меня там есть? Не, ну не буду же я ему отдавать фалмерскую древнюю броню. Хотя... Он в легкой, вон, кажется, да? А если я сама захочу одеть? Да ну иди ты к черту. Я даже не знаю, во что тебя одеть. Ну ладно, если что, с первых же бандитов снимем, не переживай. Все будет. Ну, в крайнем случае, если у него он откинет копыта. Мы с него всегда все можем снять. Сокровищница. И пометочка гильдии воров, то, что здесь много добра. А, ну в сокровищницу я сейчас не пойду. Но надо, да, надо будет сходить. А надо, кстати, главное еще вспомнить, где здесь алхимический этот магазинчик. Потому что в Маркарте здесь так легко заблудиться, если честно. Хрен поймешь, куда идти. Это что такое? Куда я иду? Я не знаю, куда я иду. По-моему, я иду в тупик. Это что-то. Храм Дибелла. Замечательно, но мне туда не надо. Там, конечно, очень красивые девушки. И все дела. Ворсток, ты бы оценил. Нам туда не надо. Так, нам надо... Дай-ка угадаю. Кто-то украл... Нет, я его съела. Никто мне ничего не воровал. Ладно, давайте попробуем... Это, кстати, что за магазин? Только попробуй нарушить закон в Маркарте. Отправишься прямиком в шахту Сидна. Да ты чё? Как страшно жить. Так, это у нас что? А, это, кстати, дом, по-моему. Да. Да, это тот дом, который мы когда-нибудь с вами купим. Кстати, дом Непуса, к черту Непуса. Вот здесь где-то... В Линдрелл Холл хороший дом. Если у тебя хватит денег. Хватит. Управитель в крепости знает подробности. Да я знаю, что он знает подробности. Но им же западло просто так... Ты что-то выглядишь скверно. Может, тебе лучше домой, в постель? Слушайте, а чем мне все говорят то, что я выгляжу скверно? Что со мной такое? А-а-а. Каменная вода, какая гадость. Слушай, я болен, оказывается, а я не заметил. А, ладно, где там? Не-не, излечение болезни я хочу. Вот. Все замечательно. Теперь я выгляжу хорошо. Так, хорошо, это что? Под каменная крепость, кстати, как раз. Ладно, давайте сперва сюда. Раз уж такое дело, раз уж мы до сюда зашли. Что нам остается, правильно? Сейчас возьмем пару квестов. Может быть, кстати, кого-нибудь тут и толкнем зелье. Может быть, какому-нибудь придворному алхимику, целителю, еще какой-нибудь обезьяне. Нужны наши услуги. Ты со мной?
Ворсток шевели. Слушай, Ворсток. А я смотрю. Броня, которую я тебе оставила, все еще у тебя. Почему-то раньше я не надел. Ну ладно, неважно. На самом-то деле. Здесь тоже их территория, Ярл. Ты? Кто ты и какое у тебя дело к Ярлу Маркарту? Ну, я местный богач, я хочу дом. Хорошо. Можешь приблизиться к скорбному трону, но следи за языком. Отправишься путешествовать, поглядывай, нет ли поблизости изгоя. Так, мужик. Я Игмунд. Мужик. Я советую. Понятно. Игмунду тоже. И нам Я Игмунд, сын Хрольфдера, Ярл Маркарта. Да ты чё, я-то думаю, что такое, кто ты? Я хочу купить дом. Я тебя не знаю и не продаю чужакам дома, которых нам и самим не хватает. Но если ты поработаешь на нас и докажешь, что чего-то стоишь, возможно, я позволю тебе тут жить. Тогда мой управитель подыщет тебе жилье. Домов не хватает, а ты не пробовал город расширить? Ну ладно. Ты из наемников? Не люблю я таких, как ты. Ни чести, ни верности, ни надежности. Но сейчас не время отказываться от помощи. Посмотрим, чем ты лучше обычного наемника. Мои разведчики выследили одного из вождей изгоев, который прячется в их лагере. Разберись с ним. Ладно. Посмотрим. Да посмотрим, посмотрим. И никакой жалости к изгоям, ясно? Доброго дня. Что-то бегают. Между прочим, изгои стоят между мной и моим домом, поэтому... Так. Тебе выпала честь обращаться к члену Талмара. Цени. Фу, гадость какая. Так, нет, подожди, здесь неужели нету ни одного? Не обращай внимания на собак. Они нервничают, если их не покормить. Если тебе что-то нужно, обратись к Антону. К Антону? Да ладно. Я готовлю на весь замок, и мне почти никто не помогает. Антон! Антоха! Можешь не спрашивать. Что нет, тебе на продажу? Погляди. А, то есть вот у него пищу купить можно, да? А вот алхимика местного... Надо работать, не то Антон мне башку оторвет. Есть у меня один знакомый Антон. Даже несколько. Целых два. Ну ладно. Так, ладно, подождите. Так, сюда нас не пустят, не покалечив. Неужели здесь нигде нету никакого алхимика придворного, которому можно толкнуть в свои зелья? Что-то это как-то... Ух ты, нифига. Здрасте. Легиону всегда были нужны сильные и умелые воины. Если думаешь, что справишься... Нет, спасибо. Наш штаб расположен в Солитьюде. И иметь в виду я буду. Тебе сюда вход закрыт. Лучше убирайся. Ладно, ладно, я уж там был. Ничего там интересного нет. Так, ну что, я помню, здесь где-то орк окочуривается потихоньку. Вот он. Я личный кузнец Ярла, но могу и тебе продать пару. Что посоветуешь? От того, что тебе нужно. Легкая броня хороша в дороге, меньше нести. Тяжелая броня замедляет движение, но настоящие войны без нее не воюют. Если захочешь тяжелую броню, могу предложить сделку. Мне нужно сердце Даэдра. Яр хочет, чтобы я закалил его новый меч в крови. Достань мне сердце и получишь броню. По рукам? Да нет, лом. Ну смотри. Спи, я могу найти на улице на бандитах лучше броню, чем ты мне предложишь. Наверняка. Так, две мерзкая стрела. Берем. Кстати, надо бы на... стеклянная стрела. Так, кинжал, стеклянный лук, меч. У нас есть, в принципе, охладитель. Может быть, стеклянный лук или что-нибудь из этого дадим, в общем-то, нашему товарищу. Какую он там одежду носит вообще? В принципе-то. Фигню какую-то надо бы ему вообще получше всякого давать. Эльфийская броня, настоящая иллюзия, нафиг она мне нужна? Одежда Атары я, конечно, продавать тебе не буду, ты обойдешься. Ну, я даже не знаю, мне тебе даже и продать-то нечего.
До встречи. И тебя туда же. Слушай, доброго денечка. И тебе тоже. Я хочу посмотреть, что конечно, у тебя. Конечно, что ты хочешь передать мне? А что у тебя вообще есть? Лук изгоев 31. А у нас сколько? А, лук Ауриэль тоже 31. Удивительно. Лук Ауриэль мега крутой. Наносит точно такой же урон, в общем-то, как и лук изгоев. Прекрасно. А, синий расцвет 31. Соловьиный лук. Ну, это мое. Это я тебе не отдам. А, вот стеклянный лук. Соловьиный лук или стеклянный? Соловьиный зачаровывать надо. Стеклянный нет. Хочешь счастливый кинжал Вальдера? Хотя нафига он тебе? Держи кинжал Борвера. Он мне не нужен, в принципе. Я даже не знаю, что тебе отдать. Свитки. Обойдешься? О, я тебе книжки понакидаю, потому что они мне не нужны. Дневники вот эти все ненужные. Древний свиток, кстати, бы тебе тоже неплохо бы отдать. Но черт с тобой. Так, это что такое? Ну все, что 0 кило вести, себе оставлю пока что. Потом я это куда-нибудь скину. Ясное дело, когда у нас домик будет. Зашифрованный дневник Гала я себе ставлю. Рецепты, может, всякие ему поскидывать, потому что они только место занимают. Сводка экспедиции. Забирай все. Отпугивание нежити. Господи, я должна была это себе как-то? Вроде бы нет. Призванный меч. Ну, я не знаю, даже нужен ли он мне. Вот я помню, я раут покупала, кажется. Или не покупала, я же не могла такую грязь купить. Или могла. В общем, не важно, потом разберемся с этим. Черная стрела. Короче, смотрите, сколько места сразу освободилось-то. Ключи, ну, бесполезно отдавать. Может, зелье тебе пора отдавать? Потому что весит-то немного. А тебе не пригодятся, если что. Вот, на лучше зелье лечения. Вот, на тебе все слабые зелья. Зелье магии, я не знаю, зачем тебе надо, но пусть будет. Яды. Держи. Яд паралич. Нет, обойдешься. Исцеление болезни. Ну, одну штучку я тебе дам. Мало ли. Я надеюсь, они умеют кушать зелье болезни сами. Так, ядом. Ну, зелье бодрости, черт с тобой. Вот, все замечательно. Тогда пойдем. Пойдем. В общем-то, я предлагаю на этом как раз-таки серию закончить. В следующем мы с вами пойдем мочить этого изгоя. Потому что я хочу дом. В доме мы заодно все себе наваяем. Не знаю. Ван, серебряная кровь будет услышан. Поженимся. Или как сказать, когда мальчик мальчик. Не знаю, в общем. Сделаю нашего товарища нашим сожителем как-нибудь. Это вряд ли, конечно, у меня получится. Все-таки кузин не гомосек. Как бы там ни было. Я надеюсь, эта серия вам понравилась. Если это так, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. Приводите друзей. И продолжим мы с вами в следующей серии. Всем огромное спасибо за ваше внимание. С вами была Севен. Всем удачи и пока-пока.